На Кубани за минувшие сутки произошло порядка 50 пожаров, на которых, к сожалению, погибли 6 человек. На одном из возгораний в Брюховецком районе 4 человек. Сообщение о пожаре по улице Южная хутора Сапова-Балка поступило в 21:49 16 октября. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС России. В 22:41 пожар был полностью ликвидирован, причина устанавливается. Стоит отметить, что с начала текущего года зарегистрировано более 8800 пожаров, на которых погибли 126 человек. Основными причинами возгораний стали неисправность электропроводки и неосторожное обращение с огнем. В осенне-зимний период самыми распространенными причинами возгорания становятся неисправность отопительных приборов и печного отопления. В связи с этим Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю призывает жителей Кубани соблюдать правила пожарной безопасности. Это поможет вам избежать травм и в некоторых случаях спасти вашу жизнь. Поэтому не оставляйте без присмотра включенными в электросети бытовые приборы, не пользуйтесь в помещении источниками открытого огня и самодельными обогревателями. Следите за частотой дымоходов, исправностью газового оборудования и электропроводки. Не оставляйте детей без присмотра. В случае чрезвычайных ситуаций звоните 01, 101 или 112.